Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект tronvest.org. Это проект по заработку криптомонеты Tron. Это высокодоходные инвестиции. Ну, одним словом, хайп. Вот. У меня их предостаточно. Работают, платят. Я никого не призываю инвестировать. Я лишь даю информацию, где я работаю, зарабатываю. Ну, там уже у каждого своя голова на плечах. Вот. Мое видео носит только информационный характер. Значит, регистрация. Прописываем email. Два раза пароль. И нажимаем создать аккаунт. Так, не прошла у меня регистрация. Капчи не было. Два раза пароль. И теперь вот создать аккаунт. Все. Вход по имейлу и паролю будет. Значит, что у нас здесь? Депозит, вывод, ссылочка поделиться и новости, как бы информацию почитать. Вот. Минимальный депозит здесь от 5-3x. Вот. Я сразу сделаю депозит, а потом посмотрим. Бонус при регистрации дают 750 монет. Ну, это, ну, типа приветственный, что ли. Значит, копирую адрес кошелька. Скопировала, иду. Кошелек. Кликаю send. Прописываю адрес. Сюда количество монет. Send. Все, я пополнилась. Нужно проверить транзакцию. Вот мои 30 монеток. И нажать вот сюда. Потому что я пополнилась. Подождите. Еще транзакция не поступила. Нужно немножечко подождать от 5 до 10 минут. Нет транзакции. Сейчас будем ждать. Ладно, пока монетки идут, давайте походим по кабинету. Это валет, кошелек. Вот. Далее у нас идет что? Здесь как бы монетки уже поступили, вот у меня 2.10 уже на вывод, лимит на вывод. Базик аккаунт. Это домашняя страничка. Ну вот, куда нас перебросило после регистрации. Трейдинг. Вот здесь реферальная ссылочка. Наша. Копируем. Она автоматически копируется и выводится. Давайте перейдем на домашнюю страничку. Также реферальная ссылочка. Вот она, зеленая вкладочка. Это у меня уже четвертый аналогичный проект. Вот я жду выплату. Они раз в 24 часа. Не помню, во сколько я вчера выводила. Вот.
Давайте поставим на вывод монетки. Так, вывод у нас. Депозит. Я вам показала. Также поделиться реферальная ссылочка здесь находится. Я кликаю вывод. У меня на балансе, это мой дневной лимит, 2.10 трона. Это базик аккаунт. Есть промо аккаунт. С промо аккаунта мы можем выводить без лимита, но без ограничений, если у вас будут тут монетки. Я же кликаю базик аккаунт. Сюда я вставляю сумму 2.10. Сюда нужно... Так. Здесь email прописан. 3x адрес. Не забываем стирать. Иду в кошелек. Копирую адрес. Вставляю. Пароль здесь должен быть, который указывали. И кликаю вывести. Видим, да? Сразу уже зелененьким. Значит, две монеты. У меня минус 2.3x. Проверяем. Плюс две монетки, видим, да? Поступили ровно сумма. Вот. Платит. Все замечательно. А вот эти не помню, во сколько я выводила. Вот краулю иду вот так как бы по порядку. Раз 24 часа. О, все верно, вывелись. Вот видите, в ожидании. Сейчас они быстро поступят. Здесь также. Вывод. Это 2.11 у меня. Также в ожидании. Сейчас они мне поступят. Ну и вот. И этот также, значит, 4 как бы вот этих у меня одинаковых проекта. Они у меня друг за другом пойдут. Сейчас они поступят. Тут буквально одна минутка. Вот, поэтому я и зашла сюда. Вот. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Сейчас обождем, обновим страничку. Покажу вам заодно вывод с этих. Все, видим, да? Зелененьким загорелся. Этот обновляем. Этот еще не поступил. Этот, ну они быстро этот поступил. Сейчас этот нужно дождаться. Вот, сейчас пойдем на кошелек. И они как бы друг за другом. Вот. Плюс две монетки я выводила с нового проекта. И вот два вывода пришло. И где у меня вот этот третий должен поступить? Ну, поступит. Вот такой вот проект. Здесь вот реферальная ссылочка. Мы просто копируем адрес ссылочки. И все. Адрес скопируем, можно делиться с друзьями. Вот. Ну, а здесь как бы новости. Это все можно перевести и прочитать. Вот это здесь больше новостей можно кликнуть, как бы, да? Вот. Ну, здесь инвестиционный план показывают. Ну, и всякая такая информация. Вот. Нет, еще не поступили, но придут. Вот такой вот проект. Есть Telegram. Можно присоединиться, кликнуть, нас перебросит в Телеграм. Вот.
Кому интересно, заходим. Не интересно, проходим мимо. Каждому свое. Я никого ни к чему не призываю. Я делюсь только информацией. Ну, в принципе, буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!